Всем привет, с вами Юлия и мой факультет рукоделия. Наконец-то наступило лето. А лето прекрасно тем, что наши детки могут отдохнуть. Им не надо ни в школу, ни в кружки, ни в секции. И это значит, что мы с ними можем провести больше времени. А я, в свою очередь, готова с вами поделиться идеей для совместного увлекательного занятия. У меня уже подготовлено несколько мастер-классов по созданию вот таких украшений из лент. Вы можете научиться делать их самостоятельно и привлечь к этому процессу маленьких принцесс. А сегодня мы с вами вместе сделаем распаковку посылки из магазина «Любимые ленточки», чтобы вы знали, какие материалы понадобятся для нового творчества. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. Переходите, выбирайте. Итак, первым делом смотрим, как все упаковано. Здесь я сразу вижу накладную. И это замечательно, потому что весь ассортимент магазина недорогой. И заказать можно очень много. А вот вспомнить потом, что ты заказал, будет невозможно. Множество слоев воздушно-пупырчатой пленки и скотча надежно защищали посылку в пути. Пока я пытаюсь добраться до содержимого посылки, скажу пару слов о том, что мне понравилось в магазине «Любимые ленточки». Во-первых, в магазине нет минимальной стоимости заказа. Во-вторых, при заказе от 3000 рублей доставка для вас будет бесплатной. И в-третьих, в магазине действует накопительная система скидок для постоянных покупателей. И это еще не все. Когда будете делать заказ, введите в корзине, там где код купона, слово «ленточки». И сумма пересчитается с учетом 5% скидки. Ну вот, я извлекла все содержимое посылки из упаковки. Сейчас разложу все красиво и начну показывать. Давайте начнем с наборов. На сайте для облегчения выбора есть несколько вариантов наборов лент. Я заказала два набора репсовых лент с рисунком. Один в черно-белых тонах, второй с цветочными мотивами. В каждом наборе лежит шоколадка. Спасибо магазину за сладкий презент. Сейчас пойду сварю кофе. Необыкновенно красивые ленты с цветочным узором. Здесь и розы, и тропические листья, и васильки с ромашками, и алые маки. Осталось подобрать к ним однотонные ленты и придумать, как сложить эти ленты в красивый аксессуар. В черно-белых тонах также шикарный подбор лент. Посмотрите, какой градиент. На этой ленте необыкновенно красивые бабочки. Там есть и полосы, и животные принты, и даже имитация кружева. А вот сколько лент у меня получилось выбрать без наборов. Девочки, этот магазин просто девчачий рай. Там можно утонуть на несколько дней, пока все рассмотришь. Старайтесь продумывать свой заказ, чтобы можно было сочетать ленты с рисунком и однотонные, чтобы по размеру ленты также можно было использовать вместе. В мой заказ попали репсовые ленты разной ширины и оттенков. Помимо наборов, я взяла еще отдельно ленты с рисунком. Очень любят детки мультяшных героев. Обязательно такие надо брать, если у вас детки маленькие. У кого уже выросли до школьного возраста, берем клетку. Идеальный вариант для школы. Для праздников можно взять парчу разной ширины, кружево, перфорацию. Все ленты ровные, плотные, рисунок хорошо нанесен. В общем, что я болтаю, смотрите сами.
Наконец-то я добралась до самого интересного, до коробочки с ювелирными серединками. И первое, что я там увидела, еще один подарочек от магазина. Девочки, спасибо огромное! Необыкновенно красивая подвеска, все камушки переливаются, и я даже вижу, где ее можно применить. Хочу отметить, все ювелирные серединки упакованы отдельно в маленькие пакетики. И это дополнительная гарантия того, что при транспортировке ничего не разобьется и не испортится. Они все просто великолепны. Смотрите сами. Для мастер-классов в технике канзаши нам понадобится клеевой пистолет. И если у вас его еще нет, то обратите внимание, в магазине «Любимые ленточки» он стоит очень недорого и сам по себе вот такой маленький и аккуратный, не будет занимать много места. Клей для этого пистолета нужен с маленьким диаметром 7 мм. Вставляется он вот так, затем включаем пистолет в сеть и можно работать. Из дополнительных материалов на сайте можно выбрать ободки. Я взяла металлические и пластиковые. Также есть ободки в репсовой ленте. Большой выбор повязок на голову. Они мягкие, эластичные и упругие. Есть широкие и узкие на любой вкус. Еще для мастер-классов нам понадобятся резинки, заколки или зажимы, в зависимости от того, что удобнее вашей малышке. Также на сайте есть большой выбор капюшонов. К
ним можно подобрать основы, пластиковые или металлические, со стразами или без, и получится вот такая красота, которая украсит бант или цветок. На сегодня это были все мои покупки, но далеко не весь ассортимент, который можно найти на сайте «Любимые ленточки». Поэтому переходите по ссылке под этим видео и выбирайте все, что понравится. А при оформлении заказа не забудьте использовать кодовое слово «ленточки», чтобы получить свои 5% скидки. Приятных вам покупок! Встретимся в новых мастер-классах! С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!